Сколько народу мне говорило, когда я участвовал в съемках и в городе, и по телефону, говорят, покажите вот этого человека, покажите. Я говорю, кого? Игоря Ермолаева. Я снимал для клуба. Вдруг подходит и прямо его подводит и говорят, возьмите у него интервью. Я взял это интервью, но сейчас не покажу, там будет повод по этому поводу. А сейчас мой гость Игорь Ермолаев. Вот здесь, в студии, кто он? Основные его жизненные направления – это путешествия, фотографии и приготовление блюд, будем так говорить скромно. Об этом сейчас и пойдет наша передача. Игорь, пожалуйста, говори. Здравствуйте, уважаемый Привет, Виктор. Дорогой, давай. Спасибо за приглашение давай. В вашу передачу. Первый раз в эфире. Да, первый раз у вас. Она славится своим неформальным общением, живым, таким добрым, приветливым. Спасибо. Спасибо тебе. А сегодня, конечно, хочется поговорить о моем любимом увлечении художественной фотографии. Так. У нас сегодня несколько тем, постараемся уложиться. Вот. Ну, прежде всего хочу сказать, что я с 8 лет занимаюсь фотографией. Мои первые учителя были еще отец и дедушка. А на данный момент я уже член Национального союза фотохудожников Украины. У меня 8 больших и малых выставок. Это радость для меня заниматься художественной фотографией. Могу сделать даже небольшой анонс. Возможно, уже в этом году николаевцы увидят мою новую большую персональную выставку. И вот несколько фотографий с нее мы можем даже увидеть прямо сейчас. Давай посмотрим, а? С удовольствием. Пошли. Красивые, чудесные фотографии. И очень важно, что все-таки я так понял, что ты уже для себя определил такой художественный почерк в этом деле. Ты помнишь свою первую фотографию или нет, а? Первая фотография – это в Яклубе. Мы ходим вместе с дедушкой, снимаем старинные исторические здания. Он меня учит пользоваться выдержкой, диафрагмой, ну, это все вот такие как бы главные основы фотографий. Ну, а дальше уже самостоятельно в своих путешествиях.
Я вам скажу, это достаточно тяжелый, но и радостный труд. Если ты любишь свое дело, ты можешь с помощью него даже зарабатывать. Но ты же, наверное, думаешь вот еще о чем, что сейчас снимает почти каждый человек, который находится в интернете. Потому что у каждого есть мобилка, у каждого есть эта штучка. То есть как сделать как так, чтобы... Как выдержать конкуренцию? Не только конкуренцию. Как сделать так, чтобы все-таки выделиться из этой массы и плохо, и посредственно, и хорошо снимающих мастеров? Как это сделать? Смотрите в самый корень. В самый корень. Я вам даже больше скажу. Вот я пытался зарабатывать с помощью фотобанков. Это специальные такие вот сайты в интернете, куда ты помещаешь свои художественные фото. Угу. Они проходят специальную модерацию, то есть угу. худсовет их утверждает. Угу. Притом, самое интересное, далеко не все проходят. Одна из трех фотографий. Угу. Вот у меня подано около 50 фотографий. Абсолютно все до единого, они прошли модерацию. Угу. Но они, скажем так, теряются в миллиардах фото, которые уже размещены в интернете. Тебе за это деньги не дают? Скажем так, да, пока нет, но, скажем, это надо как бы продвигать. Хорошо. Это надо серьезно продвигать. Но я нашел для себя способы. Заработал? Ну, да. Ты же видишь, сколько ты, 68 стран ты посетил. Это же деньги. И не просто гривны или там какие-нибудь подобные тугрики. Евро, да. А это все-таки зеленые, да? Или европейские деньги? Я могу деньги. Даже подсказать, вот, поделиться с молодыми фотографами, что можно и как делать. Я оформляю своими фотоработами... квартиры, офисы, банки, рестораны. Это хороший способ. Вот, например, ну вот кафе «Камчатка», да, можно раз оформить фотографиями «Камчатки». У тебя есть сюжет по этому поводу, давай посмотрим. Я хочу его предварить немножко. А, пожалуйста. Дело в том, что самый вот реальный способ вот заработка на данный момент да. Профессиональному фотохудожнику да. – это съемка свадеб, торжественных событий, юбилеев. Угу. Мне вот, скажем, спрашивают… Проведите как бы такой небольшой мастер-класс для молодых фотохудожников. Если да. коротко, проведи, пожалуйста. Да, могу даже провести. Вот спрашивают, почему у вас фотографии такие вот как бы душевные, какие-то добрые. А я вам скажу, нужно прежде всего подружиться с молодыми, расположить их к себе. Это главный секрет моих успешных фотографий. Значит, их надо снимать понимать, них да? Снимать не как для клиентов, а как для друзей. Понимаете, вот... Выпускник консерватории, да. вроде бы, да, сыграет так же вот по нотам правильно, и Ростропович, да, но Ростропович ага. сыграет по-другому, потому что он уже прожил жизнь, у него опыт, он более, ну, как бы скажем так, талантливый, душевный, открытый человек. Игорь, я же так знаю или догадываюсь, но, наверное, все-таки знаю, что часто заказчикам и художественным определителям за то, что делает фотомастер, да, бывает теща или мама, или кто-то еще, и они требуют, у них своя эстетика, у них все свое, может, часто мещанское. Как ты этого избегаешь? Ну, дело в том, во-первых, изначально показываешь свое искусство. И учитываешь, разумеется, пожелания заказчика. Угу. И находишь всегда какой-то компромисс. Дело в том, что наша задача сделать праздник, вот, допустим, вместо свадьбы, юбилей, прежде всего сделать праздник для молодых. Угу. Ни в коем случае не диктовать свои условия, находить компромисс, и обычно всегда все отлично получается. И поймать эмоцию, поймать радость. Люди не должны быть как деревянные. Вот всегда вот я советую, ловите момент, ловите эмоцию, добрую эмоцию, создайте ее сами, будьте угу. им помощником, другом, пока нет тамады. Будьте тамадой, не говорите потом, вот вы так стояли, вот у вас так получилось. Помогайте, люди волнуются, это для них самый такой важный, такой торжественный момент в жизни. И все получится. Собственно говоря, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Так давай посмотрим, давайте ты посмотрим. Же, давай посмотрим. Давайте.
Завидую, конечно, я, Игорь, тебе. Ну, пусть это будет называется не черная, а белая зависть, потому что все, что я хотел в жизни сделать, понимаешь, ты уже успел сделать к своим 15 лет, понимаешь? Я знаю, что ты много проездил, столько стран, ты столько видел, ты не зачерствел, ты такой лирически вдумчивый, я бы сказал. Спасибо. Спокойный. Вот. И как ты относишься вообще к юбилейным делам? Я не буду спрашивать, сколько у тебя лет, а все-таки если скажешь, что... Да, вот как раз в этом году большой юбилей, я решил встретить оригинальным способом, и было два интересных события. Вот я сейчас хотел бы, чтобы операторы показали крупное лицо этого человека, потому что он сказал 50 лет. Одно дело 50 лет сказать, а другое сказать полстолетия. А третье сказать, вот посмотрите на этого молодого человека. Его лучше показывать именно таким крупным планом, потому что он выдерживает крупный план. У него написано в глазах все, что положено. Что это добрый, хороший, разумный, творческий человек. Как ты отметил свой... Спасибо, я даже могу сказать секрет молодости. А ну-ка расскажи. Это, конечно, прежде всего, здоровый образ жизни и доброжелательное отношение к людям. Угу. Если человек злой, завистливый, это все выражается на лице. Ну, об этом отдельный разговор. А вообще мне захотелось в этом году отметить его как-то необычно. Так. И я нашел очень дешевые акционные билеты в Португалию. Так. Это одна из еще немногих стран, не испорченных массовым туризмом. Да. И у меня была такая вот романтическая ночевка на берегу океана на мысе Кабо-да-Рока. Так. Который самый-самый западный мыс и Европы, и Азии. Да. Евразии, получается. И впереди, Португалии, да. И Европы, и Евразии. Через океан 4000 километров, да, и там Америка. Там уже дальше, да. Только, да, Нью-Йорк. И вы представляете, да. Что вот я последний из 5 миллиардов человек проводил солнышко, видел закат. Кстати, первый человек какой-то там где-то на Таити, да. Встретил закат, какой-нибудь рыбак, да. А последний ты в Европе, это да? Я, да, как раз. Что ты почувствовал в это время? Ой, вы знаете, такие незабываемые впечатления, когда впереди тебя океан, солнце садится, последний лучик солнца, рев, шум, рем океана, крики чаек. Запах такой непередаваемый, и ты на краю земли. И ты клацаешь, 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 да? На краю света, да? Да. Ты все снимаешь, я конечно. Я люблю снимать. Если хотите, прямо сейчас вас фотографирую. Ну, меня, может быть... Вот смотри, ты первый человек, который снимает в нашей студии не со стороны на выступающих, а участвуя в передаче, снимает то, что здесь происходит. Ну, сделай. Если да, это позволяется. Я позволяю, и даже можешь выставиться в интернете, тем более, пожалуйста. Вы очень интересный, колоритный человек. Спасибо и за так это. Мы теперь можем посмотреть небольшой сюжет о Португалии. А давайте посмотрим этот сюжет.
Ну вот, и еще одно увлечение нашего гостя. Посмотрите, эта эмблема вам совершенно точно знакомая. А как он пришел к этому? Пусть рассказывает. Да, у меня в этом году такое знаковое событие. Я стал обладателем белого фартуха «Мастер-шеф», который мне лично вручил Эктор Хименес Браво. Я вошел в двадцатку этого известного международного кулинарного шоу. Вот, имею право одеть. Да-да-да. Да, действительно, я еще в детстве любил готовить, помогал маме по кухне. Uh-huh. Это давняя история. В туристических походах многие говорили, пусть мы нарубим дрова, приготовим продукты, но готовит пускай Игорь. Uh-huh. Вот, и как-то вот мои знакомые постоянно говорили, ну почему тебе не поучаствовать? Вот, ну как-то я все отшучивался. Вот. Ну и вот в этом году моя добрая подруга Лариса Хранюк, которая сама великолепный кулинар, уговорила меня подать заявку. Всего было подано более 11 тысяч заявок. Так. Из них 1000 человек были приглашены в Киев на кинопробы со своими блюдами, на журналистские пробы. Ну, я поучаствовал, и где-то через месяц, в мае, звонит исполнительный директор СТБ и говорит, что... Ну, радуйтесь, вы прошли в сотню лучших и попадаете в эфиры. Ура. Я сначала даже как бы удивился, ну, неужели такое возможно? И да, мы не шутим, все нормально. И тебя уже, по-моему, пару раз показывали. Да, да, да. Тебя и... уже многие-многие видели, ну, вот и говорили тебе. 8 победил уже 80 человек в двадцатке. Вот таким, в двадцатке, да? Это было очень непросто, потому что среди них были очень талантливые люди, их очень хорошие кулинары, вообще интересные люди. Даже более скажу, все твои вот заслуги, какие-то там звания, регалии, они остаются за бортом, вот ты попал в сотню, дальше уже только насколько у тебя... Есть характер, воля к победе, умение готовить. Все остальное уже незначительно. Ну и что? У тебя есть какой-то сюжет по этому поводу, да? Слайд-шоу? Да, более того, давайте. У меня есть уникальные кадры, снятые, как говорится, за кулисами «Мастер-шефа». То есть, как это начиналось, как заполнялась анкета, как мы едем на съемки, как мы участвуем, как мы отдыхаем. Давай смотреть, давайте. Хорошо?
Ну вот и все на сегодня. Вы просили, чтобы я вас познакомил с Игорем Ермолаевым. Я это сделал. Вот одну фразу зрителям, только одну, нет времени. Самое главное, я был рад достойно представить родной город. Думаю, что не посрамил его. Смотрите на СТБ, мое выступление. Ну давай, спасибо тебе. Желать-то, чего тебе желать? Все у тебя исполняется, ты молодец. О планах не буду спрашивать, надеюсь, что в следующий раз мы с тобой снова встретимся и поговорим о том, как ты дальше творчески живешь. До свидания, до новых встреч. Всего доброго.